Пожалуй, ключевым событием этой недели было первое заседание обновленного состава Кабинета министров Чувашской Республики. Главная его задача – это повышение благосостояния народа Чувашской Республики. Можно говорить про экономическое развитие, про привлечение инвестиций, про развитие культуры, спорта. Но люди будут давать оценку не исходя из красивых цифр макроэкономики, а из того, насколько они ощутят эти изменения на себе. Поэтому в ходе рассмотрения вопроса о прожиточном минимуме было решено воспользоваться возможностью федерального законодательства не понижать, потому что иначе понизились бы и социальные выплаты малоимущим категориям населения Чувашской Республики. Мы примем решение и внесем изменения в закон с тем, чтобы в дальнейшем прожиточный минимум не уменьшался. И таким образом мы не допустим снижения социальных выплат. На людях мы не экономим. Следующее событие прошедшей недели – это встреча в рамках командировки в Москву с Николаем Васильевичем Федоровым и Анатолием Геннадьевичем Аксаковым. Мы договорились о том, что мы будем совместно отстаивать интересы Чувашии на площадке Совета Федерации и Государственной Думы. Как итог, мы в ближайшее время ускорим получение федеральных денег более 1 миллиарда рублей на решение важнейших задач развития Чувашской Республики. Эти деньги мы планируем направить на развитие общественного транспорта, в частности, на приобретение троллейбусов, износ которых составляет более 80%. Сейчас я направляюсь на конференцию регионального отделения партии «Справедливая Россия». Я буду слагать полномочия руководителя этой организации. На этом этапе очень важно объединить усилия политических, экономических и иных общественных сил для решения важнейших задач развития Чувашской Республики.